Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас HTC Desire S и замена стекла, замена экрана. На нем включаем. Видите, наш экран не исправен. Снимаем заднюю крышку, отстегиваем батарею. Снимаем болты. Обращаю ваше внимание, два нижних, два верхних разные. Не путаем. Снимаем панель нижнюю. Наклеечку отклеиваем. Далее снимаем вот эту вот нижнюю подложку, которая крепится на шлейф и соединяется кабелем. Далее снимаем верхнюю крышку. Держится на скотче и на защелках. Здесь два болта. Подлиннее. Уже другие совсем. Не путаем. Далее сгибаем вот эту нижнюю деталь, на которой находится микрофон. И вот таким вот образом вытаскиваем, снимаем металлическую крышку. Откручиваем верхнюю панель. Снимаем. Снимаем вот эту вот наклеечку. Давайте сразу проверим экран. Здесь находится два разъема. Один на экран, один на тачскрин. Отстегиваем шлейф экрана. Ставим новый. Ставим батарейку и проверяем наш новый экран. Экран включился. Все нормально. Вытаскиваем. Снимаем плату. Снимаем шлейф стекла. Виброзвонок. Здесь еще один шлейф внизу, вот он у нас отстегнулся. Далее снимаем слот сим-карты. Такая вот плата, на которой находится слот сим-карты и лектор мемории карты памяти. Далее снимаем стекло, включаем фен.
ставим градусов 400, разогреваем стекло. Пробуем чем-нибудь острым, чтобы не оставлять следы, не повредить стекло. Соединяем вот таким способом. Стекло сидит у нас на скотче. Давайте прогреем еще. Вытаскиваем. Далее экран. Прогреем снизу, чтобы побыстрее его вытащить, потому что он снизу. Экран снизу к этому металлическому каркасу тоже приклеен скотчем. Ставим новый экран. Как можно плотнее к металлическому каркасу. Поставили, снимаем пластик. Удаляем пыль, если она есть. Вставляем стекло. Вставляем стекло. Прижимаем. Далее, друзья. Ставим обратно модуль в сборе в слот сим-карты. Закручивается таким маленьким болтиком. Вставляем плату. Застегнули шлейф. Ставили плату в пазы. Вот я вам показываю. Камера. Виброзвонок. Шлейф. Вот он здесь вот. Пристегиваем. Далее ставим верхнюю панель. Закручивается у нас длинными болтами. В двух местах прихватываем.
прихватили. Антенный кабель. Пристегнули. Далее все это устройство вставляем в металлическую рамку сверху. Таким вот образом вставили. Далее перевернули. Здесь подогнули плату, где с микрофоном, таким вот образом вставили, садили плату на место, застегнули шлейф, вот он здесь находится, не забывайте, заклеили наклеечку. Ставим нижнюю панель. Короткие болтики закручиваем снизу. И те, которые чуть подлиннее, закручиваем выше. Батарейку, застегиваем панель. Далее самые длинные болты, которые у нас есть, закручиваем сверху. Ставим верхнюю крышку. Желательно сверху начинаем и снизу подгибаем пазы, чтобы она вошла в корпус. Крышку. И все. Всем спасибо за внимание. Это был Desire S. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Всем удачного дня.